каждое решение правительства в нашей стране все интереснее и интереснее. Здесь уже на Зазеркалье совершенно не похоже. Здесь мы в какой-то иной реальности, и подобрать определение этой реальности довольно сложно, потому что мир меняет свою матрицу, матрица абсолютно другая, поэтому то, что сегодня происходит, можно называть абсурдом, можно называть галопирующей шизофренией, однако же можно некоторые моменты выбирать и посмеяться над ними, потому что они до того смешные, непонятные для многого населения. Мишустин потребовал немедленно научиться производить лекарства без иностранного оборудования. Вуаля! Сколько лет не производили, сколько лет не могли, а теперь немедленно, только по одному указывающему персту Михаила Мишустина нужно научиться. Как заявляет во всеуслышание премьер Михаил Мишустин, это во время выставки, он посещал выставку «Иннопром-2022». Он сказал, что пандемия показала, как важно обладать самодостаточной фармацевтической промышленностью. Поэтому России необходимо срочно научиться производить лекарства без иностранного оборудования. По его словам, промышленности нужны новые инструменты поддержки, в том числе серьезные стимулы для развития инфраструктуры и межотраслевой кооперации. Только так Россия перейдет от догоняющей к опережающей модели развития. Это, в свою очередь, позволит наращивать высокотехнологичный экспорт, уверен премьер. Вот его бы уверенность всему бы нашему народу. Тогда цены бы не было всему народу. Гвозди бы делать из этих людей. Не было бы в мире круче гвоздей. В июне ряд европейских производителей отказался поставлять запчасти для оборудования фарминдустрии, хотя оно не попадает под западные санкции, введенные из-за войны в Украине. Поставки в Россию прекратили компании Синтегон и ГЕА. Теперь участники рынка вынуждены копировать необходимые детали и искать альтернативных поставщиков в Китае и Индии. А ранее приостановили прием заказов немецкая компания Sartorius и американская Сетива. Сейчас в стране современное оборудование для фарминдустрии практически не выпускается. Фармсинтез успел до кризиса оснастить производство на 95%. Однако у компании уже возникают сложности с сервисом. Параллельный импорт не сможет помочь, например, с закупками форматных частей, без которых производство новых лекарств будет затруднено. Поставлять эти части через третьи страны невозможно, так как каждая из них выпускается под определенного производителя и имеет уникальный номер. В Минпромторге, однако, считают, что беспокоиться вообще не о чем. Российские фармпроизводители успели запастись комплектующими еще в начале пандемии. В министерстве также утверждают, что оборудование российских машиностроителей, например, по фасовке и разливу лекарственных средств, может конкурировать с европейским качеством и цене. А при необходимости местные компании начнут выпуск новой продукции. И в то же самое время мы видим, что российские врачи массово жалуются на дефицит льготных лекарств и вообще других. В большинстве больничных аптек наблюдается дефицит лекарств, в первую очередь
дорогостоящих. Только в 22% клиник с этим нет проблем. Об этом сказали врачи в ходе опроса. А в исследовании приняли участие 300 докторов. Вот зачем эта лишняя возня? 300 докторов привлекают для исследования. Чего исследовать? Того, что в стране нет больше лекарств? Что их не только льготникам не хватает, их никому более не хватает. Просто нет лекарств. Так зачем исследование и привлекать 300 докторов? Ведь любое привлечение – это деньги. Исследование – это деньги. Зачем? И кому это нужна пустая болтовня врачей? Мы ведь тоже это понимаем. Не нужно быть врачом, чтобы понять, что не хватает лекарств и не будет их хватать. И вот такие странные опросы, друзья – они меня тоже, знаете, просто возмущают. Не знаю, может быть, я по-другому смотрю на вещи, но смотрите, что пишется об исследовании. В каждой третьей организации наблюдаются трудности с дорогими препаратами, чья стоимость выше 700 рублей. Еще 31% опрошенных сообщил о нехватке медикаментов из средней ценовой категории за 200-700 рублей. В каждой десятой клинике есть сложности даже с дешевыми лекарствами, менее чем 200 рублей. Но разве в этом дело? Дело ведь даже не в цене, сколько бы они ни стоили, эти лекарства. 200 рублей, 700 – дело в самих лекарствах, что их просто больше нет, и выпускать их некому, покупать не у кого. Допустим, есть такие противоэпилептические средства, которых нет в России, есть за границей. Или также для снижения давления препараты. И также зарубежные эффективные психотропные препараты, лекарства для лечения болезней щитовидной железы. Некоторые медработники говорят, что в их учреждениях нет практически всех льготных медикаментов для детей. По областным программам дефицит всего. Противодиабетические, гипотензивные, противоастматические. И также отсутствуют противотуберкулезные средства, такие как деламонид.